В Кашкабльском районе, а именно на базе детской школы искусств, было проведено мероприятие по обучению наблюдателей к выборам в Государственную Думу Российской Федерации и Государственный Совет Хасы Республики Адыгея, которые состоятся в сентябре текущего года. На семинаре присутствовали заместитель председателя Общественной палаты Республики Адыгея Анна Крюкова, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и уголовного права Белла Джамирзе и председатель территориальной избирательной комиссии Кашкабльского района Зарема Гурижева. Нужно сказать, что этот год у нас очень насыщен политическими событиями, и наиболее важное событие, которое предстоит нам, как говорится, в сентябре месяце, это выборы в Государственную, депутатов Государственной Думы и Государственного Совета Хасы Республики Адыгея. И Общественная палата Республики Адыгея, на нее возложены, так сказать, обязанности подготовить общественных независимых наблюдателей на выборах. Для этого создан у нас общественный штаб, в который вошли руководители общественной палаты, вошли также представители крупных некоммерческих организаций. И нужно сказать, что большую роль в подготовке общественных наблюдателей у нас играет организация, с которой мы уже сотрудничаем с 2018 года, со времени, когда мы этими полномочиями были наделены. Это организация «Общественный мониторинг», в которой в основном юристы и вот представители этой организации «Общественный мониторинг» вместе с членами Центра избиркома готовят общественных наблюдателей по всей республике. Всего планируется подготовить 600 наблюдателей, потому что в республике будет открыто более 260 избирательных участков, и на каждой из них должно быть не менее двух наблюдателей. Мы называем их независимыми, и так оно и есть, потому что они не ангажированы никакой политической партией, никаким политическим давлением. Хотя эти политические партии тоже на избирательные участки тоже будут своих наблюдателей направлять. Для того, чтобы у нас не было, как говорится, разночтений в поведении на избирательных участках, тех, которые наблюдатели будут от общественной палаты, и те, которые от различных политических партий, мы заключили договоры, соглашения с политическими партиями к тому, чтобы мы могли их привлечь, когда готовим общественных наблюдателей, чтобы мы, как говорится, в едином формате все это делали. Самая главная задача общественных наблюдателей, которых вот сегодня мы готовим в Кашхабльском районе, а до этого мы были в Тахтамукайском районе, Красногвардейском, Шавгеновском, городе Адыгейске и Теучерском районах. Главная задача – это, конечно, сделать так, чтобы наши выборы, которые состоятся в сентябре, они были прежде всего прозрачными, чтобы они были легитимными, потому что, как вы видите, весь мир раздирается там, где прошли выборы, в каких странах там постоянно идут суды и различные нехорошие, как говорится, происходят события, забастовки и всякие прочие, потому что люди не согласны с результатами выборов. Нам нужно сделать так, чтобы наши выборы были прозрачными, честными и легитимными. В единый день голосования в Адыгее будет функционировать более 260 избирательных участков. В планах организаторов общественного наблюдения обеспечить непосредственное присутствие независимых общественных наблюдателей на всех участках. Перед будущими наблюдателями стоит задача содействовать стабильности и спокойствию на избирательных участках и в других местах голосования. Слушатели сегодняшнего семинара, а их было около 40 человек, смогли ознакомиться с изменениями действующего избирательного законодательства, получили необходимый объем правовой информации и практические навыки наблюдения.